Привет, а с вами Света, и сегодня я буду рисовать. Я как-то вот, у меня есть все для этого, строгалка, мусорка. Кстати, для тех, кто может себе позволить, тебе кто мешаешь. Вот, тот купить механическую строгалку, именно механическую, она хорошо служит и точит как нож, то есть. И потом, когда вот так вот поворачиваешь на свету, то тогда как-то даже поблескивает. Я буду рисовать. Буду в специальном таком своем, как его назвать-то, тетрадка, что ли, вот так вот как-то, она появится, вы увидите. Я вдохновленная каким-то образом, не знаю, то ли Зойки, то ли ее. И сейчас я буду Зойку чисто рисовать. Да нет у нас никакого больше Wi-Fi. Кроме сейчасшнего. Вот. И сейчас появится это. Я ложу просто в сумку это все. И сейчас появится, это будет так. Думаю, все нормик. Окей, excellent. Так что никаких проблем возникнуть не должно. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Бамс, вот такой красивый. Я не знаю, как это называется, блокнотик. Да. Блокнот. На грибы, чего-то. Вот, и тут уже есть мои порисульки. Вот, это вообще ня. Я думаю, вам нравится. Ведь это ня. Это ня, это самый няшный мой рисунок. Кавай! Вот. Вы посмотрите на нее, какая она кавайка. Какая она кавай. Вот еще, это была пародия на чёрного. У меня был уже такой рисунок, но он был более цветной. Тут я буду делать цветным. Здесь тоже мои порисулечки. Это тоже та серия капюшоны. Лучше всех. Это уже оно как-то вот так вот. Не так как-то она. Вот так руку держит, и у нее там рукав. Думаю, вы поняли, что это рукав. Вот тут вот. Руки также в кармашках. Вот тут вот. Или за спину. За спину, да. Это сюда. Котик прибежал, он не очень заметен. Тут написано «Моя лапа». Я вот и такой грустит вот этот песик. То что? Котика взяли в комнату, а я тут. У него даже слизинка. Это типа такого проходишься и вот. То есть девушка грустит, также в капюшоне, закрыта голова. Я больше ориентируюсь на анимешках. Капли слез. Она кошка плачет. Это я пыталась повторить некие кеды. Монстрик получился. Это на каком-то уроке девчонка с очень длинным волосом. У них свободная тема, она рисует анимешку. Рядом еще кто-то. Я не знаю, кто это пока что. Вот. И она так. Не знаю почему, но. Вы поняли. Вот. Девчонки. Пахни. Самое лучшее в классе. Это вот это вот
тетка, не знаю, как это назвать, ей все это делала, это просто за ширм. Ну, как бы у нее там за стенкой это все стоит. Вот это самый мой лучший рисунок хвостиков во всей моей жизни. Думаю, вам понравилось. И сейчас мы будем рисовать что-то наподобие вот этой зойки. Она будет моей натурщицей. Сделаю я ее в школьном образе. Вот, и в полный рост. Попытаюсь, хотя с ногами я не очень вожу. Ну, хоть что-то постараюсь сделаю. Вот, и как-то вот так. Что мне понадобится? Сейчас мне понадобится хорошо застроганный карандаш. Те, кто не умеет пользоваться такими вот строгалочками, мастер-класс. Отодвигаем вот так вот. Погодите, у меня что-то подставка шалит. Шалит. Шальная подставка. Так, это какие-то некие трудности в жизни. Сейчас все будет окей. Короче, подставка меня не слушается, и она все время падает вниз, не дает мне нормально снять, как вы видите. Самоделка как бы, и вот так пока что. Короче, раздвигаем вот эти вот, сюда вставляем. И самый интересный процесс. Если сразу строгается легко, значит, вы не в ту сторону крутите. Вот, и как бы... Ич. Строгается оно довольно быстро, и даже когда у вас гриппель выпал, оно подстрогает отлично. Острая как иголка. Вау! Как понимаете, я без подставки рисовать. Ладно, берем острый. Нет, нам понадобится еще кое-какие моменты. Я, поскольку буду в анимешках рисовать, мне этот стиль нравится. Вот, как сделать ровно и хорошо голову. Вот у меня. И как? Берем какую-нибудь часть. Ну, какую-нибудь подходящую, блин, стереть надо. Ну, короче, ориентироваться вы должны примерно так. У меня тут все по клеточкам расчерчено. Вот, и они маленькие, поэтому все нормуль. Вот, примерно советую делать в две клеточки. Если нет... У вас не клеточки, а строчки там какие-нибудь, вот, то сделать в одну полторы там вот строчки. Вот, и отсюда берем расстояние. Расстояние советую брать 3 сантиметра вот между двумя палками, то есть вот на лицо. И... тянем до какого-то расстояния. Вот так должно получиться. Потом рисуем само лицо. Ну, я сразу рисую лицо, там не буду забывать про то, что у анимешек типа тут поблески. Мне нравится больше такие рисовать. Вот тут таким кружочком, а тут вот, ну... Понимаете, короче. Вот, и думаю, пока что не интересно, как я это все рисую. Покажу я вам это уже в готовом виде, пожалуй.
Да. Ну, а для тех... Ну, буду, конечно же, советиками показывать какими-то. Вот, ну, пока что вот такой глазик получается. Думаю, пока что он кавайный такой. Вот носик, как, ну, понятно, как в анимешках. Ротик я примерно таким делать хочу. Она получается такой с хитринкой. Вот, и не забудем ямочку. Под носиком тут ничего не делается. И рисуем челку. В Зои же такая завитая челка. И еще, ну, правило аниме, по-моему, самое клевое. То есть тут, то есть не стираешь глаз, если попала прическа там на глаз. Ты просто как бы закрашиваешь челку, глаз ты вот так вот, то есть оставишь. То есть его никак не подтираем, ну не стираем, я немного пототру. Вот, и внизу у нас как бы вроде... Внизу находится черненькая. Вот, вот так нормально. Не знаю. Но у меня рука уже устала. Вот. И дальше дело техники. Рука должна сама уже рисовать. И когда вы нарисовали челку, постарайтесь потом как бы сделать саму прическу. Но я... Сразу уже делаю голову. Вот, я немного подотру тут лишние мазочки. Вам бы я просто советовала брать резинку от карандашей. У меня, поскольку таких нет, то я беру вот такую резинку. Мне просто втыкается такая еще. Вот. И... Как бы вот. Потерлась. Но это все равно переделать надо. Короче, вот. Думаю, в этом я вам устранила. Сейчас рисую тут вот. А, и про шею. Что про шею? Рисуем чуть меньше клеточки. Шею. Вот и дальше пошли. Пошли сколько надо. Я советую по клеточке. Вот все это делать. У кого не клеточка, ну не знаю, примерно рассчитайте вот так вот от шеи и до клеточки. Примерно так. Шею можно сделать потолще с клеточку, но это когда рисуешь там свитер, что-то такое. Ладно. А, кстати, свитер. Наверное, в следующий раз я нарисую взрослую Мейбл уже как-то в аниме. Ладно, короче, увидимся скоро. Вот что у меня примерно получилось. Вот, так, у меня что-то не так. Вот, я пока это еще не раскрасила. Сейчас раскрашу, и все будет окей. Та-дам! Вот как она выглядит. Надеюсь, вам понравилось это видео. Смотрите другие мои видео. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. А если подписаны, ставьте лайк этому видео. Вот, и... Подписывайтесь и ставьте лайк. Если вы... Как бы смотрели это видео... И за эту кавайку. Короче, за все, что вам важно. Может, я что-нибудь еще сниму. Вот. Кроме еще Мейбл. У меня план рисовать вот эту кошечку. Ну, или кого-нибудь из героев. Можете вы заказать чисто... Чтобы я вам нарисовала кого-то. Вот, на заказ. Вот.
Встречаться ехать я куда-то сильно не знаю, но если как посылкой, возможно. Вот, и возможно я буду разыгрывать что-то на канале вот такого типа. То есть никаких пэтов, извините. И никаких подделок я не использую, кстати. Пэтов у меня ни одной подделки пэта. Вот. Возможно, я разыграю между там всеми вами какую-нибудь такую резиночку или, ну, не знаю, например, какой-нибудь ошейничек для пэтов по заказу. Вот у меня куча тут места, я могу вам рисовать на заказ. Вот. И, ну, чтобы участвовать, конечно же, в этом и заказывать, надо быть подписанным на меня и ставить лайки. Если под этим видео наберется, ну, хотя бы там 15 лайков, то я буду разыгрывать какие-нибудь вот свои рисунки на LPS. В аниме, если хотите, в вашем стиле, я и живое могу рисовать. Вот, если хотите, если можете, присылайте мне, как бы, вот, всякие разные, там, картинки своих пэтов, например. Если у вас пэт, то мне пэтов присылайте фотографию или описание пэтов, чтобы я могла узнать, какой пэт, как его рисовать. И, возможно, я буду делать мультик на бумаге. Возможно. Вот. И вот так. Вот. Такую кавайку, я не знаю, буду, наверное, не буду. А кавайка останется у меня. Остальное, возможно, разыграю. Могу раскрасить по вашему желанию. Я еще не придумывала, как раскрашивать. Поэтому вот. У Зойки просто прекрасно вот это смотрится. Могу просто на заказ что-нибудь. Но помните, как наберется 15 лайков под этим видео. Вот, ну, если 5 лайков, просто я что-нибудь сама там, не знаю, вам разыграю. Ну, не на заказ. 15 лайков заказ. 10 лайков заказ, но раскрашенный в черно-белых тонах. И 5 лайков, то есть моя придумка. Вот. Моя выдумка, то есть вам какая-нибудь. Вы можете чего-нибудь там подсказать, какую-то идею. Ну, а с вами была Света. Всем пока!